Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Участковый беспокоит вас 85-го отдела. Что у вас случилось? Да, здравствуйте. Александрова Татьяна Юрьевна, я уже как бы обращалась по этому поводу. Я проживаю в кооперативе «Марина» на Менделеевской 1, дом 9В, Эллинг 24, постоянно. Вот, и по состоянию здоровья я езжу на такси. Мне нужно выехать и получить страховой полис, чтобы вызвать скорую помощь. Охранник кооператива «Марина» не пускает такси к моему эллингу, и мне не выехать. То есть, еще раз, объясните, что получается, сейчас находится дома, Да, я у себя дома нахожусь. Территория охраняемая. Здесь где-то километр идти. Территория охраняемая. Угу. Я здесь уже год езжу на такси. В общем, ко мне, к моему эллингу подъезжает такси, и я выезжаю по делам. Вот. В частности, сейчас я хочу, сегодня выехать, у меня нет медицинского полюса, я хочу выехать, потому что мне нужна медицинская помощь, чтобы вызвать скорую помощь. Охранник не пускает ко мне ни доставку продуктов, ни такси. Он мне сказал, идите пешком. Это значит, что я должна здесь погибнуть. Поэтому я обратилась в полицию. Примите, пожалуйста, меры. Если вы не примете меры, я буду жаловаться. Я сейчас буду звонить, я не знаю, там, по правам человека. Еще ко мне уже подъезжал полицейский из вашего отделения. Понимаете? Я считаю, что вы совершенно очень плохо относитесь к людям. Я, знаете, сейчас буду везде звонить и жаловаться. Ну хорошо, я вам объяснила ситуацию. Вы должны, во-первых, мне тоже вот звонками, то есть со своим главным участковым должны решить эту проблему. Вот. Но я вообще сломано, что я выйду, сейчас попробую набраться. Угу. А вас как зовут? Меня зовут Нет Джефф. Как? Слушайте, это Менделеевка, у нас это сторона Слободовцева, сторона Петербурга, да? Это там, где маяк. Там, где маяк. Там, где маяк. Да. Все это, то есть, есть сторона маяка, то есть справа, если не ошибаюсь. Ну да, как въезжаете на Дивеевскую, сразу вправо. Вы знаете, ситуация такая, что, знаете, у меня с ними конфликт, они на меня подали в суд, но, понимаете, судебные дела, никак, понимаете, запрещать проезд такси и экстренных служб, у меня была договоренность с председателем, что они пропускают, и они правда пропускали, но что-то произошло вчера, что они сказали нет, что ничего не пропускают. Но вы меня поняли, да? Хорошо, спасибо большое. Ага, нет, такси не ждет, потому что вчера даже доставка, знаете, мне доставляют здесь даже, я заказываю по интернету продукты с доставкой в мой эллинг. Вот, и даже доставку продуктов, вчера вот доставку, охранник сказал, что вообще к машине, к вам проезд запрещен, и все, вы понимаете? Хорошо, Хорошо. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Хорошо. А это примерно во сколько вы зайдете? Через 30. Хорошо, спасибо большое. Я вас жду.